Исключительный день для того, чтобы решить проблемы разного уровня. Если Овен возьмет этого внимание, день принесет только положительные результаты. Наведите порядок в доме. Тельцу следует больше двигаться, даже если что-то и где-то болит. Все пройдет, осложнений не будет. В денежном плане вы сегодня любимчик удачи. Возможно, получение некоторой суммы. Близнецы побьют все рекорды, если не будут ворчать и тосковать по прошлому. Воспользуйтесь моментом. Если наладите или отремонтируете то, что сломалось, сэкономите время и деньги. Раку улыбнется удача только в том случае, если он четко распланирует этот день. Дел будет не так много, но все они срочные. Главное, чтобы вокруг вас было пространство, полное комфорта. Льву стоит черпать идеи из всего, с чем столкнется. Не рассчитывайте, что все они реализуются, но часть ваших гениальных мыслей приобретет реальную форму. Деве захочется завоевать целый мир, но силы возможностей для этого будет недостаточно. Сначала окунитесь в свою атмосферу, а уж потом включайте героя. По графику выполняйте работу. Этот день потребует от весов быстрой реакции на все, что совершается вокруг. Нельзя медлить. Благодаря человеку, с которым недавно подружились, вам удастся реализоваться в профессиональной сфере. У Скорпиона будут вызывать негодование не только дела, касающиеся личной жизни. Бурю возмущения не скрыть, если столкнетесь с кем-то из дальних родственников. Хороший день для творчества. Всеми правдами и неправдами Стрельцу придется решать финансовые вопросы. От их качества будет зависеть количество средств. Не нужно экономить на том, что вам давно хотелось приобрести. Самые нереальные желания и мечты сегодня сбудутся у Козерога, но это еще не повод расслабляться. Вам нужно сконцентрироваться на чем-то важном в личной жизни. Водолею сулят море положительных эмоций. Их вызовет человек, с которым вы завязали роман. У семейных людей день пройдет так, как они задумали. Если есть время, сходите в бассейн или сауну. Мечты должны сбываться, так решат рыбы. Ну а какими способами их можно реализовать, подумайте. Сформулировав желание в любви, вы получите конкретный ответ на вопрос.